У ребенка шишка на десне. Смотрите. Разберем историю спасения зуба в данной клинической ситуации. Девочка 12 лет обратилась к нам с жалобой на свищ на десне. Вот он. И боль при жевании. Ранее пациент обращался в другую клинику за лечением. Но там, к сожалению, не смогли продезинфицировать корневые каналы и обработать. И просто восстановили зуб вот такой временной пломбой. А воспалительный процесс сохранился. Такие пломбы несостоятельны. Через несколько месяцев из-за длительного воспалительного процесса в корневой системе данного зуба появился свищ на десне. Организм в себе создал вот такой выход гноя. Родители забеспокоились, начали искать клинику, которая им поможет. Они обратились в Dental Fantasy. Мы провели точную диагностику, и с помощью диагноката мы выявили очень большой воспалительный процесс у верхушки корней. Обратите внимание, это происходит на каждом корне. Здесь мы можем увидеть с вами даже объемы поражения, насколько сильно пострадала костная ткань. С помощью применения микроскопа мы смогли медикаментозно и механически обработать все корневые каналы. Мы провели постоянную пломбировку корневой системы, восстановили зуб постоянной композитной пломбой, все стенки восстановили, а свищевой ход, смотрите, на десне, уже его нету, он исчез. Смотрите, диагнокат нам помог увидеть, насколько удалось эффективно полечить этот зуб. Так как уже воспалительный процесс уменьшился, обратите внимание на цифру. Следующим этапом будет восстановление этого зуба коронкой, чтобы зуб не скололся при жевательной нагрузке. За это время у девочки не появлялся больше свищ. Не было больше никакого гноя и боли. Теперь она жует полноценно своими зубами, без боли. За спасением сложных зубов обращайтесь к нам в Dental Fantasy.